Приветствую зрителей, а также подписчиков моего канала. Сегодня у нас продолжение темы измерительных приборов. У нас будет сегодня, у нас вернее, в гостях сегодня мегаомметр F4102/2/M1. Вот такой интересный прибор. Вот его крышка снята. Вот так вот он выглядит. Довольно-таки в хорошем состоянии. Практически им не пользовались. Вот здесь мы видим, предел измерения устанавливается. Здесь измерения. Первая группа, вторая. Здесь КП, ВН. Внутренне, видимо, еще какая-то что-то, обозначение. Установка нуля. Установка, вернее, бесконечности мегаомметра. И установка нуля. Вот. Две, значит, регулировочные установочные эти имеются. Та же общий провод, общее сопротивление и это, я верю, энергия или еще как-то. Вот такой вот прибор. Значит, здесь у нас имеется сзади батарейный отсек. То есть, вернее, здесь не сам батарейный отсек, а но здесь установлена у нас аккумуляторная батарея. Вот. Но она монолитная, закрытая. Я не стал уж его показывать. Вот такой кусок монолитного пластмасса. В принципе, там неинтересно его смотреть. В 89 году он был выпущен. Имеет знак качества прибор данный. Вот. Данный прибор, значит, предназначался для измерения сопротивления изоляции в различных электроустановках, вот, не находящихся под напряжением. Ну, диапазон измерения сопротивления изоляции не менее от 0 до 2000 мегаом. Вот. И напряжение 1000 вольт плюс-минус 50 вольт. Такой вот приборчик у нас. Класс точности 1,5. Он тут указан. Серийный номер его. Данного прибора. Ну, сейчас я подам напряжение сети 220 вольт. Ну, чтобы показать то, что он хоть как-то что-то показывает. Итак, вот установил шнур питания 220 вольт. Ну и при нажатии кнопки мы видим, у нас включается лампочка. Инструкции нет, правда, как пользоваться, что. Вот. Но, тем не менее, здесь у нас ничего не реагирует на эту кнопку. Вот. И удерживая эту кнопку, можно у нас вот осуществлять регулировки. Но это уже нужно соединять цепь. И уже непосредственно по цепи все это дело проверять, делать, проводить измерения. Вот такой маленький обзор был по данному прибору, по мегаметру. Всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до следующих обзоров по измерительным приборам.